Всем привет, мои хорошие! Всем добрый день! Сегодня замечательный день. Сегодня день рождения у моей внучки Настеньки. Вот, я уже собралась, привела себя в порядок. И сейчас собираюсь идти на день рождения. Иду немножко пораньше, помогу Наташе накрыть стол. Но сегодня не одно событие. Сегодня еще очень важное событие. Я теперь уже могу об этом сказать. До этого мы молчали, чтобы там, как говорится, ничего не сглазить. Мы сегодня, помимо дня рождения, еще будем отмечать новоселье моего сына. Вот, я мечтала, у меня как-то спрашивали, о чем вы мечтаете. Вот я мечтала, чтобы у моих детей было свое жилье. И вот, наконец-то, сын у меня взял тоже ипотеку. И они взяли квартиру двухкомнатную, очень в хорошем месте, хорошее, в общем, расположение. Квартира мне понравилась. Самое главное, что квартира находится недалеко от меня. В общем-то, в двух остановках рядышком живем. Поэтому, если что, бабушка рядом. Вот. Квартира находится немножко как бы отдаленно от проспекта. Там тишина, там палисадники. В общем, квартира хорошая. Мне правда понравилось и расположение, и все, и две комнаты, и балкончик, все прекрасно. Ну, в общем, я надеюсь, что я вам ее так вкратенько покажу, эту квартиру. Вот, ну, а, собственно говоря, сейчас я уже собралась и выхожу уже. Сегодня погода у нас ужасная, идет дождь. Уже третий день идет дождь, сегодня дождь полоскает целый день, пасмурно. Поэтому улицу, наверное, я вам снять не смогу. Ух, девочки, иду. Взяла цветочки, подарочки, зонтик у меня. Все, иду к ним домой. На улице свежий воздух, дождь то идет, то не идет, так что у меня зонтик, я с зонтом. Вот такой вот вид из окна, тут у нас палисаднички, зелень, так здорово. Девочки, я пришла раньше всех, чтобы помочь Наташе там нарезать салатики, в общем, стол накрыть. Я самая свободная, все еще на работе, сегодня просто вечером уже все накрываем. Но сейчас я вам немножко покажу комнатки там. Что-то покажу, но только без звука, потому что там музыка играет, чтобы мне не забанили. Чуть-чуть покажу вам сейчас. Там большой гардероб за занавеской, огромный. Очень много помещается вместительный. Комната гардеробная. Так, ну, гости пока собираются. Детям в одной комнате стол накрываем. Еще не накрыли. Тут мультики, шарики уже, подарочки всякие. Там уже для взрослых стол. Нет, дорогу переходить. Нет, да. Тебе, пожалуйста, если говорю, тебе выйти на остановку. О, именинница, смотри, какая красавица. Ой, нарядная, молодец. Так, ну, это мы еще даже не все накрыли. Мы уже потихонечку подтягиваем. Здесь тоже у нас телевизор включенный. Вот. Ну, на кухне там. Туда пока пройти невозможно. А ну-ка, дай-ка мне пойти. Вот сколько народу. Сколько обуви. Так, скоро сядем, скоро за стол. Мои блогеры собрали. Да. Так, Дэня уже увидел, детки уже кушают, а мы уже сейчас все сядем взрослые тоже. Всем привет! Скажи всем привет, мне день рождения. Всем привет, у меня день рождения. Покажи, что у тебя красивое, ты нарядилась, такая нарядная. Вон, колечко у тебя, браслетик, да. Сережечки. Ой, а платьечко покажи какое. Смотри, пышное, красивое. Ну все, ты у нас сегодня принцесса. Принцессе 6 лет исполнилось, да? Все.
взрослые притихли, мы еще ждем гостей, не все собрались, еще кто-то подтягивается, дорогу подсказываем. Ну так, детей много, поэтому туда-сюда бегаем, то к детскому столу, то туда, то сюда. Но дети вроде уже как-то там все занялись чем-то, хоть не шумят уже. Бабушка, другая бабушка позвонила, Настю поздравляет по телефону. О, сколько детей собралось. А, взрослые. О. И тебя надо снять, там эта лапочка. Все, ты снят. Ну что, за новоселье. За твой тост. За мой тост. Я очень рада, что у вас появилось свое жилье. И прям с этим я вас поздравляю и себя поздравляю. Моя мечта сбылась. Ура! Моя тоже была мечта. Наташа, моя мечта тоже сбылась. Я все, наша мечта сбылась. Главное, жена довольна. Да, жена, жена. Да все довольны. Мечта, мечта, ладно. Мечта, мечта. И у детей, да. Все такие замолчали. Все закусывают, закусывают, закусывайте стол, накрыли прям. Да, тут уже надо было два стола, да, ставить, стыковать. Вот как нас много. Все, пошла к детям. А детки тут играются по-своему, да? Кушают еще. Скоро будет тортик еще. Покажу кухню, пока тут никого нету. Ну, тут, конечно, мы еще не все прибирали. Стол пока убрали туда. Вот. Ну, вообще, места хватает. И просторный коридор. Ванна. Ну, туалет показывать не буду. Туалет и туалет. Вот. Места много в коридоре. Просторный такой. Нет, мы сестры. Вот она мы я. Мы сестры. Батя, Саша, вот там вроде. Денька вроде что-то хочет. Интересно, мне, наверное, тут, да? Сережки. Да я. Настя, стой. И тут цветочки. Я вот эти розочки купила. Хорошенькие, беленькие. О, тут магнитики. Настена тут. На холодильнике. Сейчас покажу вам тортик, пока его еще не порезали и свечки пока на него не поставили. Тортик делала сама Наташа. Обнимашки тут, обнимашки. Ой, Натася, давай ты или не ты сюда иди. Да я ж бедная какая. Нет, нет, ай, тетя, ой, давай. Она даже не красится. Зачем ей такая красавица? Да я не успела, не успела накраситься. Ну все, мама Чоли нас покидает уже, все сказал. Я наелась, все было вкусно, все красиво, да? Фотокарточку. Давай. Блин, вот у вас классная обложка будет. Так, пошла движуха, пошла. Скажи слово свое. Скажи, зачем я жду звонка. Ладно, на самом деле, дверь открыта. Ну, жарко, наверное. Короче говоря, мама прощается сейчас с вами, уходит, а вечериночка продолжается, и я ее буду снимать. Вечериночка. Да, вечериночка. Я ее буду снимать, там еще чуть-чуть подсниму, тортик, там все дела. Так что у мамы видео выйдет раньше, а потом смотрите у меня. С всеми хочу попрощаться и с тобой хочу попрощаться. Я пойду домой. Все, спасибо за помощь. Все. Ну, всего вам тут доброго, хорошего жить. Жить, поживать и добра наживать. Привыкать. Привыкать, да. Пойду еще попрощаюсь. Ребята, я хочу с вами попрощаться, я ухожу. Пока. Пока, пока, всем пока. Всех целую. Все. Пока, все. Гуляйте дальше. Настюля, я ухожу. Иди поцелуемся. Иди, давай. Все, пока. Фух, девочки, я приехала домой. Как хорошо дома, тишина. Покой, свежий воздух, форточка у меня открыта. Классно, все-таки в гостях хорошо, дома лучше, все, раздеваюсь.
Фух, девочки, наконец-то я дома. Ой, как дома хорошо, тишина, покой. Я, честно говоря, очень устаю от большого количества детей, людей. И, в общем-то, ну, я пришла пораньше, Наташа помогла, я, как уже сказала, помогла там стол накрыть, все, потом уже подружки подошли, еще помогали. Вот, ну и все, я посидела немножко с молодежью, там молодежь осталась уже гулять по-своему, там все родители, куча детей, детей насчитала 9 человек, вот сколько много. Так это еще сестра с племянницей и с этим, с Тимуром они не пришли, потому что сестра и племянница, они работают допоздна, и поэтому они прийти не смогли, было бы еще больше. Вот, ну, в общем, что я хочу сказать уже напоследок вам, девочки. Я очень рада, что, конечно, у сына квартира, теперь уже все, взяли в ипотеку, теперь уже будут жить в квартире, двухкомнатная квартира. Квартиру они брали уже вторичку, находится она в хорошем таком окружении, там и рядом остановка, ну, она так в 5 минутах, но вглубь там, по крайней мере, не шумно. Дворы очень зеленые, там много деревьев, свежий воздух, тишина, птички поют, классно. Этаж не первый, не последний, какой не буду говорить. И балкон есть, ну вы уже сами видели, просторные комнаты, ламинат, натяжной потолок, все, обои там, плитка везде. В общем, короче говоря, уже отремонтированная квартира в хорошем состоянии. И, в общем, они уже вселились, вещи везли, но еще там не все разложено, как положено. Еще они благоустраиваются, потому что они буквально въехали, ну, несколько дней назад, так что еще не успели там обустроиться. Но, тем не менее, вот уже решили, как говорится, день рождения сразу, чтобы собрались все, и заодно и день рождения, и заодно новоселье тоже отметить. Так что молодежь еще осталась гулять. Дочка осталась там еще, она будет снимать дальше, что там будет дальше происходить. Там еще будет торт, который испекла Наташа сама. Там свечки, торт, задувание торта. Ну, в общем, у меня уже, честно говоря, не хватило сил дождаться торта. В общем-то, я устала, но ничего страшного. Торты я и так ем, худеть надо. Вот, ну, в общем, как говорится, моя личная мечта сбылась. Ну, я думаю, что и у детей тоже мечта сбылась. Я имею в виду сына, невестку и внучку. Теперь уже у моих детей есть квартира. Я, когда была молодая, когда растила детей, тоже мечтала о собственной квартире. Но вот тогда, когда она мне была нужна, когда я растила детей, в общем, тогда я ее не дождалась, не получила, ипотеки тогда не выдавали. Вот, купить ее не было возможности никакой. А в итоге сейчас уже у детей моих и внуков уже есть квартиры свои, и, в общем, они там уже живут. Уже у них есть простор, где детям погулять. У детей своя отдельная комната детская есть. Это просто классно. Вот. Ну, а мне и тут хорошо. Я не хочу отсюда никуда. Дочка мне тоже там все намекает, чтобы квартиру я тоже брала. Но мне здесь нравится. Я здесь привыкла. Здесь меня окружают знакомые люди. Я с молоду здесь живу. И, в общем-то, я хочу здесь дальше жить. У меня нету никакого желания отсюда никуда переезжать. Ну, по крайней мере, пока такого желания абсолютно никакого нет. Вот, в общем, я счастливая, я довольная. На этом хочу видео свое закончить. Продолжение банкета вы увидите уже на канале дочки. Я ссылочку на канал дочки оставлю внизу. Если кто не знает, можете пройти по ссылочке и посмотреть, в общем, продолжение этого нашего веселья и банкета. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще забыл подписаться. И до новых встреч. Пока-пока!